Здравия желаю, уважаемые зрители. С вами Коля Черный Ястреб. Запоминай, сынок. Жизнь рэпера — это не только бабки и тёлки, но еще и риск попасть в перестрелку. Но не он застанет вас врасплох, а вы его. Глаз, как у ястреба, направлен в самое сердце этого животного. Юль, слышь чего? Опять перед выборами пугают. Метеорит у них летит к нам. Да один хер Путин будет. Стоять! Стоять, падла, сука! Стой! Блять, давай лучше доширака заварим, а? 6 минут черного, но весьма тонкого юмора от Сергея Бурунова. Теперь он в новой роли, элитный охранник. Коля, черный ястреб. Не забываем оценить старания. Приятного просмотра. Юля! 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 С вами Коля Черный Ястреб. Сейчас мы посмотрим на огневую подготовку сотрудников ЧОП-Альфа. Пошли. Прекратить! Прекратить огонь! Сынок, послушай. Если мы вот так будем стрелять, мы не то что клиента, и себя защитить не сможем. Кабан! Это твой враг. Он зол, и он очень-очень опасен. Оружие ты должен держать, как, я извиняюсь, собственные яйца. Не сильно, но уверенно. Сжимать нельзя и отпускать тоже. Глаз, как у ястреба, направлен в самое сердце этого животного. Да. После 10-го выстрела ствол оружия искривлен, траектория пули неровная. И прицел еще, плюс ко всему, сбит. Ты допустил тактическую ошибку. Забери-ка эту куколку. Нам нужно что-нибудь посерьезнее. Запомни, сынок, только дилетант покупает патроны в магазине. Профессионал изготавливает пули сам. Во! Вчера сделал. Кодовое название на слона. На слона, блядь. Здравия желаю, уважаемые зрители! Всем, для кого высокий профессионализм, мгновенное реагирование, ответственность и преданность – не просто пустые слова. С вами Коля Черный Ястреб. Для сотрудника элитного подразделения важно держать свои органы чувства в постоянном напряжении, потому что неприятель может появиться в самый неподходящий момент. Но не он застанет вас врасплох, а вы его. И, конечно же, не забываем про боеприпасы. Нажимайте на колокольчик, ставьте лайки и подписывайтесь на мое видео по ссылочке внизу. Ёбку мать, Коля, ты что творишь, старый черт, блядь? Назад! Положи назад, я тренирую выносливость. Цели ничего. Всем привет, с вами Коля Черный Ястреб. Каждый защитник правопорядка просто обязан мгновенно вычислять в толпе преступника. Запоминай, сынок, преступник обладает грубым голосом, агрессивным видом, небрит, неряшлив и криклив. Каждое его движение излучает насилие, особенно к женщинам и детям. Помогите, работаем. Я ноги переломал. Ты что делаешь, черт? Он у меня телефон украл. У меня вся жизнь в телефоне. Поймай его. Ты что творишь? Я известный актер, у нас съемки день! А я в актер! Коль, подожди, я его в натуре где-то видел. Он, по-моему, в дневниках памяти снимался, нет? Запомнил вас, пидорасы! Слушай, точно. Это, все, бросай камеру, все, нахер сваливаем отсюда, быстро! Я вас запомнил, у Малахова встретимся! А теперь забудь! Пидорас! Глаза, сука! Come on!
Здравствуйте, уважаемые подписчики. С вами Коля Черный Ястреб. Бывают моменты затишья на поле боя, но ты не имеешь никакого права оставлять позицию врагу. Пища сплачивает людей. Она не дает упасть морали у всего подразделения. Она дает силы слабым и поддерживает боевой дух у всех здоровых бойцов ЧОП-Альфа. Сейчас я покажу вам, как с помощью простых и подручных средств приготовить вкусный и полезный обед. Поехали! Ёбаный насос. Ешь, солдат. Ешь. Блять. Давай лучше доширака заварим, а? С вами Коля Черный Ястреб. Наш старый добрый друг Элван очень часто пользуется нашими услугами. Ведь жизнь рэпера — это не только бабки и тёлки, но еще и риск попасть в перестрелку. И выживание зависит от наличия рядом профессионала. Мужик, ты с кем вообще разговариваешь? Это мои подписчики, сынок. Эл Первый обратился к нам после угона своего знаменитого ровера. Мы отследили угонщиков по GPS-трекеру, но, к сожалению, как показывает статистика, угнанные машины никогда не находятся. Вот же стоит она, вот. На позицию. Бегом, бегом, бегом! Значит так, действуем мгновенно и агрессивно. Угу. Я иду первым. Так. Прошу у него документы, он отвечает. Слышишь, чего? У тебя машину угоняют. Да, это. Стоять! Стоять, падла, сука! Стой! Ты... Спокойно, сынок, вызываем подкрепление. Рацию! Она у тебя в машине, дебил. Прилетит к нам в марте, вот, в 20-х числах, а может и раньше. А я посуду помыл. Ты мой герой.